Мы в отеле «Еда Сон». «Миракл» – это еда, еда и еще раз еда. Самый вкусный отель нашего путешествия. Пироги, крабы, семга, креветки и детоксы. Но не обошлось без разочарования. Но в итоге мы отдохнули по полной. Особенно я оценила новый спа со стеной из гималайской соли. Всем путешествий и хороших видов из номера. Мы все еще в Ларе Сигунуса переезжаем в отель «Миракл». Это наш последний отель в Ларе. Дальше мы едем в Кемер, в Палому. В общем-то, заезжаем, смотрим, делимся впечатлениями, если кто был. Ну что же, первое впечатление. Отель свеженький, явно здесь недавно произвели ремонт. Отель популярный, здесь была очередь. Живут несколько футбольных команд. Ну а мы заселяемся отдыхать. Чтобы заполучить халат, нужно оставить депозит, но халат в итоге бесплатный. Ну, радует, что отель современный, ну, по крайней мере, лобби, живые цветы нас встречают. И смотрите, какой они прикольные, сделали аквариум, я прям заценила, классно. И такая картинка меняющаяся, Красное море, кстати. Мы едем скоро в Египет через месяц. Ну и в принципе лобби очень уютный, приятный, но видно, что отель небольшой, он все-таки довольно тесный и маленький. По традиции мы сразу идем в лобби-бар, ищем его. Он, видите, не сразу у ресепшена, надо его поискать. Ну и конечно здесь всегда можно купить сумки, меха. Для тех, кто любит, они вас даже отвезут в большой магазин при желании бесплатно. Многие ездят и потом гуляют, например, по Кемеру. Ну, а здесь они, наверное, в Анталию повезут. И по алкоголю здесь не очень все хорошо, потому что весь импортный алкоголь, который вы видите сверху, там Red Label, Jack Daniels, Almega и так далее, это все за отдельную плату. Ну, кофе вы можете попить бесплатно, конечно же. Здесь 3 кофемашины. Вам сварят кофе или машина приготовит, и молоко там нормальное. Это тоже свежесваренный кофе. Кто какой любит. Конечно же, вы можете еще заказать чашечку турецкого кофе с кардамоном. Ну, а алкоголь, который включен, он в основном турецкий. И немножко есть импортного, там, английской марки и так далее. Забыла рассказать, что здесь платное пиво «Корона» и «Миллер», бесплатно только разливное. В 16.00 открывается снэк-бар, но здесь в основном очень вкусные и красивые пирожные, так что похудеть в этом отеле точно не удастся. Еда здесь просто, и снэк точно очень хорош. Рыбы, конечно, красной нет, но с удовольствием покушаете. И очень здесь красивая и вкусная выпечка. Домашние макароны, посмотрите, они испекли, печеньки вкусные, ну, в общем-то, наслаждаемся. Ну, а я возьму себе безышки с орешками, очень вкусные, идем наслаждаться. И в то же время с открытием снэка нам играют на пианино каждый день. Ой, сегодня еще людей нет, так красиво, приятно. Идем наслаждаться. И наслаждаемся видами. Конечно, отель красивый, с маленькой территорией, но красивый. Мы потом еще попозже получим номер и познакомимся поближе с территорией. Но уже вижу, что она небольшая. Но здесь строят аквапарк, вон, слышите, сверлят. Детская зона есть и огромный бассейн. Пришла я получать номер. Здесь перед номером стоит какая-то кофейня. И из соседнего номера орет музыка.
уже мне не нравится. Номер 2418. Мне на самом деле, знаете, раньше было все равно на номера, но просто когда это постоянно вот так повторяется, нам выдали номер на разгрузку, в соседнем номере орет музыка, и это слышно в нашем номере, потому что здесь дверь. Шкаф здесь настолько маленький, что чемоданы туда внутрь не поставишь. Вот смотрите, как это выглядит. То есть шкаф вот такой, ну, как бы вот полочки, видите? Здесь вот сейф только помещается. Ну, в общем, я не знаю, видно вам или нет, но это вот так выглядит. Вообще интересно, вот мы заехали в номер, а здесь внутри все сложено. Как будто здесь мы в чужой номер, знаете, пришли уже, кто-то здесь пожил. Халатов нет. А, халаты выдают бесплатно, но за них нужно оставить депозит. Ну, слушайте, я прям не знаю, как начать описывать номер. Номер вроде бы нормальный, но из-за того, что здесь дверь, вы слышите, да? Короче, долбит музыка. Ну, то есть телек, если включен, вообще. Но вроде бы все свеженькое, новенькое. Плитку они явно поменяли в ванной. Ванная стандартная, небольшая. Конечно, просто после номеров в Royal Sicun это прям полное разочарование. Но, в принципе, все обновлено и чистится. Какой супер косметики, как в Нирване, нет. Там и Лакитан здесь неизвестного производства. Опять я прижимаюсь к раковине, чтобы заснять вам душевую. Все новое, но не лакшери. Ну и места очень-очень мало, но новое все. Второй неприятный момент, я ненавижу ковролин, потому что очень, ну как бы душно, и он в себя запахи все впитывает. Так, Аня, ты хочешь показать мини-бар, что ли? Давайте сразу посмотрим мини-бар. Есть пиво Эфес, безалкогольные газировки, напитки и вода минеральная и обычная. Теперь к номеру с неприятным музыкальным сопровождением. В принципе, уютно, он явно обновлен. Здесь обновили мебель, окна широкие, ну и явно портьеры такого хорошего качества, уют создают. И смотрите, я нашла, куда можно, они предлагают сложить чемоданы. Почему-то, смотрите, они переставили, у двери поставили кресло со столиком. В общем-то, я так думаю, что все должно быть наоборот. Кто-то перепутал при уборке. В общем-то, знаете, такое впечатление, что кто-то здесь жил в номере вот 5 секунд назад до нашего прихода, как будто мы в чужой номер пришли, если честно. Но зато посмотрите, огромный плюс, какие большие кровати. Но сразу минус в том, что кровати просто безумно низкие. Ну, то есть они прям очень-очень низкие, но огромные просто. Посмотрите, две кровати, с ума сойти. Просто таких я еще не видела, но низкие. То есть вот так это все выглядит очень интересненько. Наверное, все время тут будет. Даже ночью, наверное, может быть, не знаю. Вообще, конечно. Ну, а теперь про вид, конечно же. Все, кто меня смотрит, уже догадались, куда у меня вид. На крышу. Здесь у нас просто комбо. У меня вид на крышу и на разгрузку. Это просто трешнячок. Просыпаемся в 4-5 утра. Ну, в общем-то, вот такой у нас вид с 4-го этажа на Нирвану, в которой мне безумно понравилось, я теперь по ней скучаю. В общем-то, здесь огромное количество номеров внутрь здания. То есть, если у Нирваны нет ни одного номера внутрь здания, то здесь огромное количество номеров вот на такую крышу. Еще момент, я не очень люблю снимать, но это меня просто поразило. У нас на балконе лежат два огрызка. Ну, вообще, очень интересное такое у меня, когда я зашла, прям, знаете, видно, что отель как будто вот такого высокого уровня, приятный интерьер, такой дорогой, я еще не ходила в бар никуда, а в номер меня прям что-то как-то разочаровал, не интерьером, а, во-первых, шумоизоляция ужасная, это я впервые, да, об этом говорю, но здесь она прям ужасная, и ты идешь по коридору, у тебя стоит какой-то бар, ну, такое ощущение, что здесь заселились какие-то, ну, люди здесь на этом этаже живут, не отдыхающие, может быть, беженцев заселили, я не знаю, или, может быть, какая-то конференция, ну, в общем, какой-то странный этаж, в общем-то, нам дали. Ну, единственный плюс, мне понравились, что большие кровати, но они очень низкие, поверьте мне, тут ковролин еще, короче, вы поняли, номер мне не понравился.
Тут уже я плюсы ищу, но мне не понравился. Но вы объективно смотрите, я на видео уже все снимаю. Возможно, это мое субъективное мнение, но номер мне не зашел, как будто я в общаге, короче. Вот, ощущение, атмосфера, как будто я в общежитии. Вот самое такое, что вот подобрать слово «общага». Я все еще жду смены номера. Мы ночь не спали на таких больших кроватях. Немного о том, как прошла уборка. А грызочки все еще с нами. Ну и они вроде поменяли номер. Я надеюсь, я высплюсь, но нужно ждать 12 часов. И это явно какой-то номер в самом низу. Но мне уже все равно, потому что я очень хочу спать. Вы не представляете, какая сегодня была ночь. Они долбили мне в дверь, во все двери. Ну, у них 22:00 отбой у футболистов. А потом, через 10 минут, видимо, когда ушел тренер, началась настоящая жара. И, ну, ты засыпаешь и вздрагиваешь, сердце колотится, ну, просыпаешься, и просто вокруг шум, долбежка в двери, что-то кто-то орет, что-то дерется, или что они делали, я не знаю, но в итоге я уснула только к 7 утра, когда они ушли на тренировку, видимо. В общем, ночка была. Вот это отдых, да? Огонь вообще. Просто, если бы я летела на самолете и прилетела вот так, я бы реально взяла это одеяло и пошла к ним на ресепшн спать. Просто из-за того, что я не уставшая, да, тут минуту ехала из Royal Sibunsa. Как бы там я хорошо спала, там очень хорошие номера, короче. Это первый мой обзор, где я жалуюсь и никому не советую этот отель. Ну, здесь только хорошая еда. Все остальное, ну, просто у меня голова раскалывается. Как можно такой отдых людям предоставить? И, ну, не меняют номер. То есть сутки ты должен был провести в этом аду. Мы переселились, наконец-то. Ночь не спали в прошлом номере, потому что футболисты там решили тусить после 10 вечера. Номер чуть-чуть поменьше, но он более уютный. Кровати здесь не такие большие, но я счастлива, что здесь нас ночью ждет тишина. О дне, конечно, такого сказать нельзя. Ванну показывать не буду, потому что уже там посмотрели. Вид у нас теперь в другую сторону. Получше, естественно, не здание в здание, на мою любимую Нирвану. Как я скучаю, мы там жили на 7 этаже с шикарнейшим видом. Ну, а здесь у нас, смотрите, опять меня ждут крыши. Просто я не знаю, как будто у нас пометочка стоит. Я хочу номер с крышей. Теперь у нас крыша спа и ремонт бассейна. Днем, конечно, шумновато, но меня это не волнует. Главное, что я теперь буду спать по ночам. Я очень на это надеюсь. Получила я свой халатик, оставила им депозит, $30 депозит, но у меня не было, я 50 оставила, но, в общем-то, потом при выезде они возвращают, ну, халат возвращаешь, они возвращают. Детский клуб в отеле мне понравился больше всего, вы только посмотрите, настоящий замок принцессы. Герои сказок, там детский клуб выглядит как настоящий замок принцессы. Очень уютная детская площадка, вокруг сосны, летом тень создают, зимой просто невероятный запах, качельки. Ну, просто я, конечно, в восторге от детского клуба, мне очень понравился, и все здесь работает, и поделки делают. В общем-то, в плане детской анимации отель топ. На дворе зима, детский клуб, конечно, работает в полную мощь, уж что-что, а еда и детский клуб здесь на высоте.
Есть даже кроватка для сна, то есть ребеночек может поспать, полазить. И эта зона для малышей, она отдельно, отдельная комната, это очень-очень удобно. Еще из детского клуба возят на шоу дельфинов и террариум за $30 в человек. Часть людей уезжает уже в океанариум в 15:00 сборы, и все едут смотреть на дельфинов и моржей. Я все откладывала начать съемку этого прекрасного отеля, его территории, и сегодня нет погоды, затянуло все тучами. Ну, в общем, все против этой камеры GoPro. У меня такой получился тест камеры и телефона. И, пожалуйста, очень важно, напишите, что лучше, на что лучше снимать. Ну, в общем-то, погоды нет, я не знаю, что получится. Прожили здесь 8 дней, и второй день как пасмурно, так обидно. Но можете посмотреть в Инстаграме, я там снимала первый день, но я всегда там снимаю первое впечатление и сохраняю в актуальном. В Инстаграме есть истории, да, и можно, если зайти на страничку, там есть актуальное, можно истории сохранить в актуальном. И все-все-все отельчики сохранены, и там можно, знаете, чтобы не полный обзор смотреть, быстрое впечатление получить. В общем-то, я там выкладываю первое впечатление мое об отеле в первый день заезда. Что касается зелени, здесь, конечно, с этим недостаток, и даже, ну, как-то газонов, что ли, нет. Вот мы разговаривали с тем, кто проводит анимацию, да, они даже не могут найти местечко, где провести на травке, там, йогу, зарядку, да, то есть территория, ну, вообще, в общем-то, не зеленая. Очень стандартная для Лары, потому что Лара все-таки райончик такой построен на пустыре, да, и до речки, та часть, которая ближе к аэропорту, она примерно вот так выглядит, не очень зеленая, есть, конечно, отели прям поражают своими посадками, но здесь они не сильно заморачивались, немножко там пальмочек есть, но в основном всю территорию занимает огромный-огромный бассейн, он не подогреваемый, но летом вы, конечно, это оцените. Но это вполне нормально для Лары. То есть здесь такие, знаете, отели, они все ну, городского типа. Вы можете посмотреть, я сюда приехала из Royal Sigouns. Там тоже, в принципе, с зеленью не так все хорошо. Мелос, Нирвана, тоже у нее территория. То есть внутри вообще, конечно, шикарно. Обязательно посмотрите. И особенно, если вы едете и собираетесь работать во время отдыха, это отель точно для вас. Там везде есть зоны workspace, Starbucks. Вы как бы в кофейне сидите, в воркшопе, или как там называется. Везде стоят принтеры. Так, ну я отвлеклась, но она просто здесь рядом. Обязательно посмотрите, ссылку вот сверху оставила на нее. Ну, а мы продолжаем осматривать наш отельчик, который мне на самом деле сначала не очень понравился. Но, в принципе, пожив, я оценила, еда здесь, конечно, топчик. Есть интересное местечко, а-ля карт-ресторан, вон над, между двух зданий. Он панорамный, но сейчас, к сожалению, не работает. И территория, как видите, она не до конца обновлена, то есть в отеле они как-то обновили что-то, да, интерьерчик обновили по большей части, какие-то, видите, плиточку положили, но такой полной реновации здесь, конечно, не произошло, потому что вот эта плиточка, мне кажется, ей точно, ну, еще, мне кажется, 15 лет назад, да, такие дорожки делали, как в Египте, прям себя ощущаешь, идешь. Мика, it's your turn. You can do it. О, молодец! О, молодец! Оу! Yes. Аня, наконец-то прибыл ее самокат, она теперь не слазит везде на транспорте. У нас есть еще одна камера, Аня говорит, прицепляйте мне, буду для вас снимать обзор. У нас есть идея, детские клубы от Ани, так сказать, от заинтересованного лица обзор, детские клубы. Ну все, мы Аню обратно в детский клуб сдаем.
и куда-нибудь пойдем. Здесь был маленький очень аквапарк, детский остался прежним, а сейчас здесь строят новый аквапарк. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Интересно, смотрите к деталям, какой спуск в воду, очень удобно. Видите, какие широкие ступеньки, слушайте, огонь. Это для, ну, старшего поколения, да? И бассейн, конечно, большой, но сейчас в основном здесь только футболисты купаются, он ледяной, а им, видимо, от контрактуры мышц положен холод. Ой, пока немножко солнышко выглянуло, пойдемте немножечко посмотрим детскую площадку, детские брызги. Гриша отобрал у Ани самокат, рассекает здесь вовсю. Мы теперь это Аня, самокат, пока Аня в детском клубе и не знает, мы катаемся на ее самокате. Он, кстати, 90 килограмм. О, ничего себе, здесь какой детский бассейн-то, оказывается. Смотрите, прямо змейкой. Ну и брызгалки, конечно, тоже интересные. В общем-то, я говорю, если ваш ребенок любит купаться, плавать, брызгаться, то, в принципе, для детей будет нормально. Но если нет, то, ну, как-то, не знаю, я бы не повезла. Он, знаете, вроде объективно ассоциируется с детским отелем. Тут столько всяких детских штучек, брызгалки, все красиво. Но, не знаю, вот внутри, ну, он вообще вот не для детей. Ну, как-то вроде, ну, улица нормально вроде. Но внутри какая-то атмосфера, вот знаете, она такая взрослая, умиротворенная, спокойная. Играют на рояле. То есть снег, когда проходит, всегда приходит пианист, играет на рояле. То есть такой диссонанс, как в Нирване, между лобби и территорией, здесь такой же. Там такое спокойствие, умиротворение, аквариум цифровой. Кстати, крутая идея, с цифровым аквариумом вообще огонь. И рыб не мучают, и красота. Вот, и внутри вот, ну, атмосфера вообще не детская. Но на территории, в принципе, вполне так прогулялась. И когда солнышко вышло, сразу как-то оно все красивее кажется. И отель мне уже нравится. Но мы уже завтра переезжаем, в Палому едем, которая находится в Кемере. Мы ждали, когда она откроется после реновации. Так что подписывайтесь, чтобы посмотреть. А она только-только открылась. И там вроде как провели реновацию. Ну, посмотрим, какую провели. Мы уже были в Паломе, там классная тоже еда. Так что... посмотрим, где лучше. После этой, конечно, сложно, наверное, будет найти за такую же цену отель с такой едой. В общем, фишка этого отеля – еда. У нас выглянуло солнышко, и, о боги, как все стало красиво. Конечно, вот я, знаете, когда переезжаю из отеля в отель, не так все красиво кажется, но поживешь, конечно, это все красиво, особенно, когда вы приехали, да, из города. Бассейн, ну, красиво построен, пальмочку они посадили, красота. Ну, уже ближе к аквапарку у нас начинается побольше зелени, уже они посадили, здесь и алоэ, и все, дорожки вроде бы позеленее. Ну, это у нас получается спойлер аквапарка, да, вот такой будет аквапарк, они его еще собирают, они отдельно вырыли бассейн, ну, то есть вас ждет очень даже неплохой аквапарк, там какие-то ракеты, но он, наверное, все-таки больше как детский выглядит, ну, трубы есть. Качель, никаких таких экстремальных горок, конечно, нет. И то есть отель, он, знаете, такой заходишь, первое впечатление, он производит такого высокого уровня отеля. Но когда начинаешь жить, ну, какие-то мелочи есть, там, не знаю, чипсы не выдают, кофе так себе готовят, да, ну, то есть обслуживание в кофейне тоже так себе, ну, то есть мы долго ждали, когда там к нам подойдут и так далее. То есть сервис немножко меня напряг, ну, и вы посмотрите, или уже посмотрели, не знаю, в каком порядке я это выложу, с номерами, да. То есть меня поразило то, что они даже не извинились за то, что я сутки не спала, потому что это была полностью их оплошность. Вообще в отелях, ну, не селят на этаж с корпоративными клиентами. Обычно это все, ну, отдельно происходит на разных этажах или даже в разных корпусах. Вот, но здесь они там с горем пополам мне поменяли номер, ну, и это я не преувеличиваю, да, то есть я реально не спала, они мне долбили в дверь, ну, это были подростки-футболисты, не взрослые, они были подростки, им было лет по 16, естественно, когда ушел тренер, они там устроили просто невероятную бойню. Ну, а теперь к пляжу, больше ничего такого интересного на территории я не нашла. И пляж для Лары не очень-то и хороший, здесь попадается галька, то есть вот до дельфина пляж просто идеальный. Есть пандус, естественно. Ну вот сейчас поближе покажу.
Небольшую детскую площадку они организовали на пляже. Это большой плюс, я вам скажу. Но вот как раз сейчас я на Нирвану смотрю, да, на рядышком, и я узнала, что одинаковая цена, конечно, Нирвана лучше, ну, по крайней мере, для меня, хотя вот многие выбирают между, вот как бы это совершенно разного уровня отели, конечно. Ну, а теперь смотрите к пляжу, вот он даже здесь уже начинается с такого крупного песка, то есть для Лары это, ну, не свойственно, здесь такой все-таки меленький песочек. Ну и вот о чем я говорила, здесь уже начинается такая меленькая галька, она не доставляет беспокойства, но показываю как есть, и здесь уже все-таки камушки местами попадаются, но воду в море все-таки приятный, пологий, и с детьми вполне, конечно, подойдет пляж, но имейте в виду, что он все-таки по большей части галечный. Конечно же, на пляже есть бич-бар, но здесь бармена нет, вообще странно, полный отель людей. Вот я говорю, с сервисом у них какая-то напряженочка присутствует, с полным отелем людей, они бар не открыли на пляже, хотя люди проводят здесь время, и можно самим налить чай, чайки себе, взять водичку и, ну, попить такой растворимый кофе. Пришло время спа, он новый, недавно отремонтировали, и очень большой плюс, что у них отдельная сауна есть для футболистов, а мы можем насладиться спокойствием. Семья блогеров-блогеров с новой камерой отправляется на ужин. Аня со своей камерой GoPro, я со своей камерой. Мне кажется, Вик, если ты пленку снимешь с камеры, то будет лучше. Подождите. Это не то, это экран. А, это экран, господи. Вот так, еще. Подожди, снимаем пленочку, снимаем. Вау! Ну все, можно идти вперед. Погнали мы. На ужин Аня теперь с самокатом не расстается, как Гриша ей привез. Мы сегодня как не бывало красивые, особенно Аня со своей новенькой, да? Подарок бабушке. Настоящее золото. О, красота. Еще настоящее золото. Да. Мы готовы приступать к ужину. Я наконец-то со своей новой камерой. Сейчас посмотрим, а вы расскажете, как лучше, когда я вблизи вам снимаю еду или нет. Мне пока не нравится камерой такой снимать, потому что она очень далеко как-то все показывает. Ну, не знаю, может быть, так интереснее. Как-то, мне кажется, на телефон было, да? Поинтереснее снимать, что ли, как-то. А так вот приближаешь, и непонятно, видно вам, нет. Явно отремонтированный, он новенький. И для зимы, конечно, здесь просто огромный выбор еды. Ну что, приступим к нашему обзорчику вкуснейшего ужина. We'll be right back.
Если вы любите поесть, то этот отель точно вам понравится. Аня тут наяривает, супчики вкусные, выбор большой. Аня, любительница красной рыбки, да? Я тоже, но я вас таким чили свит соусом тайским люблю. Пакеты подают на каждом ужине. Ладно, проведем эксперимент. Покажу вам супчики. Супчики всегда здесь разнообразные, то есть не каждый раз одно и то же. Сегодня у нас турецкая ночь, и поэтому чечевичный суп со всякими приправками и сыром. Ну а теперь к салатам. Здесь их огромное количество, множество. Все очень красиво украшено. И зелень здесь, посмотрите, очень свежая. И помидорки черри я заценила. Они какие-то здесь не такие, как в других отелях. И можно собрать себе даже салат нисуаз. В общем-то, сегодня закуски у нас стандартные, потому что турецкий ужин. Жалко, что я вчера не засняла, вчера был рыбный день. Ни одно турецкое застолье не обходится без закусочек, и здесь даже есть октопус. Кроме приготовленных нарезанных салатиков, вы можете собрать себе свой, вдруг вы да что-то не любите, а здесь можно самому приготовить. Макарон, как я называю, естественно, всегда есть болоньез, вы можете соусом полить. Ну и, соответственно, различные макарошки вы можете любые выбрать. А это турецкие манты, дамплинги называются. Здесь уже за вас приготовили соус. О, здесь что-то с орешками. Посмотрите, лапша с сыром и грецкими орехами. Так, а это что-то остренькое написано у них. Ну и бантики. Аня моя любит очень больно бантики. Ну и все это свеженькое готовит вам повар тут же. Хлеба — это отдельная история в Турции. Здесь всегда вы найдете свежие лепешки, пиццы, их запекают прямо при вас, вкусненькие, свеженькие. Он презентует повар. Ну, они всегда с разными начиночками. Самая вкусная мясная зона. У нас сегодня турецкий вечер, а соответственно без шаурмы никак не обходится. Готовят уже свежайшую шаурму. Печенка, курочка, кебабы и какое-то овощное соте здесь затесалось. На каждом ужине была рыбка. Сибас, дорада. Сегодня у нас... что это у нас, да? Сибас. И в этой зоне всегда турецкая еда, независимо от того, какой ужин. И здесь у нас сегодня курочка и жареные маленькие луковички. Мне нравится, что они каждый день подают, посмотрите, какой плов, да, как он, хаш-плов, кажется, называется, вот в таком хлебе. Очень-очень это вкусно и красиво. И аппетитные котлетки, голубцы, ну, в общем-то, все очень такое неполезное, но очень уж вкусное. Здесь и супрамен бывает, да, и курица в кисло-сладком соусе, но сегодня все-таки турецкий вечер, поэтому больше это все турецкое. Вот, ну, тоже все аппетитно и вкусно. Может быть, покажу вам азиатскую еще. Сегодня какая-то интересная здесь штучка, интересный кебабчик. Для любителей азиатской кухни тоже здесь придется по вкусу меню. Кадельки. Ну, сегодня здесь не очень-то разнообразно и красиво, как обычно бывает. Вон какая-то корюшка есть или килька жареная. О, и печень ягненка в панировке по-албански вас ждет. Свое собственное производство шоколада, он явно домашний, и все очень необычненько. Теперь к десертам, это отдельная здесь любовь, мне очень нравится и подача, и лукум. Здесь необычный, а вот как продают на рынках, особенно вкусный вот этот вот с фисташечками, это просто. И второй, обязательно попробуйте вот с такими кисленькими ягодками, очень вкусно, и с фисташками. Тоже все в порядке, все сезонные фрукты есть. О, у них, смотрите, гранат сейчас пошел, тоже очень все вкусно. В общем-то, сезон надвигается, жалко, нет клубники, потому что клубничный уже сезон тоже начался. Молодцы, конечно, все очень красиво украшают, не просто, да, у них десертики, а все, посмотрите, как красивенько. О, особенно вот этот огонь, еще бы так подавали, вообще бы было чудо. Ну, произведение искусства. Да, есть плюс, когда за экранами еда, никто не ломает это красивое искусство.
конечно же, турецкие сладости, вымоченный хлеб в разных медовых, сахарных сиропах. Пахлава. Если вы не попробовали пахлаву, вы не были в Турции. Напоследок я оставила самую красивую зону. Здесь всегда очень красивая подача и суши. Они на постоянной основе, то есть это не единожды. Они бывают на каждом ужине. Соответственно, ну, каждый день вы сможете наслаждаться суши. И здесь у них всегда есть, кстати, сыр с плесенью. И на завтрак я обязательно беру. Очень вкусный. Бывает невкусный, но здесь вкусный. Я отправляюсь искать, где сели Гриша, Аня. Ресторан, кстати, большой, новый, отремонтированный. Но место здесь сейчас проблематично найти, потому что заехало 7 футбольных команд. Они отдельно сидят, но а мы пойдем искать себе местечко. Так, ну что, через минут 20 я нашла в этом ресторане. Сели не в том месте, да, Ань? Там нету места. Да, нету места, но там есть, нашла свободно, из своих, они уже поели, а я только сажусь. Привет! Привет! Привет, как дела? Что это делаешь? Ну что, мы все еще тестируем камеру. А вы пишите, пожалуйста, как лучше, на телефон или на камеру. Мне пока нам с Гришей на телефон кажется бы прикольнее. На камеру, конечно, легче, то что она не трясется и без стабилизатора. Но мне кажется, интереснее вблизи как-то снимать, да, что-то. Ну и, конечно же, выдают мороженое и на обед, и на ужин, да? И на завтрак. И на завтрак еще? Ну, на завтрак, не знаю, не точно, но должны. Да? И видов мороженого очень много. Самое вкусное лимонное. Короче, подошла к нам сейчас молодежь. Камера производит впечатление однозначно. Не знаю пока, как снимает. Но пацаны подошли, говорят, да можно с вами сфоткаться? В общем, камера производит впечатление на молодежь.